В сентябре 1990 года в Набережных Челнах фирма «Автодизайн» специализируется на трех бизнес-направлениях: дизайн-инжиниринг, производство автокомпонентов, производство спецкузовов и спецавтомобилей. Компания достаточно быстро заняла лидирующие позиции в выбранной отрасли. Первые же годы работы ознаменованы рядом успешных проектов, сделавших фирму весьма известной не только в регионе, но и по всей России. В основе успеха фирмы – постоянное совершенствование технологий и обновление методов и инструментов в проектировании, способность коллектива решать сложные, порой уникальные задачи при высоких требованиях к качеству продукции, клиентоориентированность компании. Дизайн-инжиниринг – это комплекс работ, который включает в себя разработку стилевых решений, 3D-моделирование, разработку конструкторской документации, сканирование и реверс-инжиниринг, ЧПУ-обработку и изготовление моделей и оснастки. Коллектив подразделения дизайн-инжиниринга укомплектован высококвалифицированными специалистами, инструментарием и оборудованием для решения сложно-технических задач, для выполнения заказов клиентов и работает как единая команда. Наиболее масштабный проект последних лет – рестайлинг КАМАЗ-2008-2010. Проект ставил цель изменения облика семейства грузовых автомобилей и был выполнен по полному циклу – от создания стилевого решения, разработки математических моделей, до изготовления опытных образцов и поставки опытно-промышленной партии. Аналогичные проекты выполнены для ОАО «ГАЗ» в 2002-2003 годах, «АМОЗИЛ» в 2005-2006 годах и ОАО «АЗЭ Урал» в 2013-2014 годах. Фирма «Автодизайн» – одно из инновационных предприятий, которое разрабатывает, производит и реализует продукты собственной разработки или оказывает услуги в данной сфере. Естественно, что некоторые удачные разработки, подтвержденные потребностями рынка, доводятся до серийного или мелкосерийного производства. Наиболее ярким примером такого продукта является производство и поставка на конвейер КАМАЗ комплектов для двуспальной кабины, начиная с 1995 года и по настоящее время. Традиционное направление – это производство деталей из композиционных материалов и пластмасс для различных покупателей и вторичного рынка. Для выпуска автокомпонентов имеется современное, технически оснащенное производство, включающее цех по производству стеклопластиков, цех штампосварных конструкций, макетно-модельный участок, вакуум-формовочный пресс, станки с ЧПУ, камера дробеструйной обработки, окрасочные камеры, робототехнический комплекс по обрезке деталей. Важным направлением в деятельности фирмы является разработка и производство спецтехники и грузовых фургонов. Предприятие выпускает различные спецавтомобили на любых типах шасси, аварийно-спасательные машины АСМ, мобильные пункты управления МПУ, мобильные офисы, автомобили-лаборатории и рентгеномобили, мастерские, автомобили-фургоны для активного отдыха. АСМ на базе шасси КАМАЗ выпускаются для МЧС и других ведомств с 1995 года и работают во всех областях России и стран СНГ. На стадии разработки изделия специалисты детально прорабатывают его с помощью программ трехмерного моделирования, что позволяет учесть все пожелания клиента и изготовить продукт, максимально соответствующий его требованиям. Компания обладает современным станочным парком и оборудованием, а квалифицированный персонал механосборочного цеха способен воплотить в реальность любые задумки конструкторов и дизайнеров. Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ISO 9001-2008. Фирмой «Автодизайн» разработан, запатентован и выпускается с 1995 года уникальный кузов под торговой маркой «Свингмастер». Его главная особенность – боковые распашные борта, которые позволяют значительно ускорить процессы погрузки и разгрузки, осуществляя ее с трех сторон. Конструкция кузова разработана в далеком 1994 году по заказу российского отделения компании Coca-Cola и в настоящее время является одной из лучших в своем классе. Кузова «Свингмастер» хорошо зарекомендовали себя на рынке кузовов фургонов и занимают нишу скорее не массового, а эксклюзивного продукта.
Высокая деловая репутация компании, профессиональный потенциал и опыт сотрудников, неизменное качество выполняемых работ – все это дает компании «Автодизайн» уверенность на постоянное поступательное развитие. Компания открыта для сотрудничества и будет рада плодотворной совместной работе.